Привет, друзья! А в этом видео хочу немножечко порассуждать, возможно, даже спросить вашего совета на такую тему, стоит ли присаживать ребеночка, да, то есть усаживать в подушке, как это некоторые делают, просто садить, допустим, в кресло, в стульчик для кормления или себе, допустим, на колени, если еще самостоятельно ребеночек не присел. Вспоминая, скажем так, этот момент у Ярослава, мне почему-то припоминается, что у Ярослава как-то это все, правда, получалось очень скоро и быстро. И Ярослав присел уже полностью сам, самостоятельно уже в 6 месяцев, да, то есть это все было, скажем так, с такой позы, как на четвереньках, и потом стал просто попочку ложить немножечко в бок и ножки вперед. И, собственно говоря, так уже вот и сидел. Доченьке 5,5 месяцев, и происходит точно такая же ситуация. Я знаю, что вот-вот уже скоро, и доченька сядет сама. На сегодняшний день, в 5,5 месяцев, конечно, ее навыки меня в принятом смысле слова удивляют. И, скажем так, она вот именно соответствует абсолютно, да, скажем так, возрастной характеристике, что необходимо, да, ребеночку делать в определенном возрасте. И все-таки я считаю, что уже вот реально к 6 месяцам доченька должна самостоятельно сесть. И все-таки, общаясь со своими подружками, общаясь, скажем так, с мамой, да, и советуюсь, естественно, просматривая видео, читая книги, все-таки мнения абсолютно расходятся. Стоит ли присаживать ребеночка, обсаживать в подушке, да, или просто стимулировать ребенка, да, чтобы он сел, как бы самостоятельно понял, как ему необходимо сидеть, или все-таки не стоит. Итак, мнения расходятся. Немножко хочу поделиться, наверное, своим мнением и спросить, возможно, вашего совета, что делать, как поделитесь своим каким-то опытом, да, как правильно поступать. Может быть, и правда необходимо стимулировать ребенка, да, то есть именно в позе, скажем так, сидя, и нужно тренировать, да, мышцы, скажем так, спины ребеночка. Итак, все-таки мое мнение на сегодняшний день остается таковым, что присаживать ребенка не стоит, некуда торопиться, некуда спешить, да. Даже вот, допустим, если мы говорим о прикорме, когда мы ребеночка начинаем уже чем-то подкармливать, ничего страшного, если это делать в положении лежа. Ярослава я начинала прикармливать достаточно рано, с 4 месяцев, да, и делала это, когда он именно лежал в горизонтальном положении, то есть мне для этого не требовалось его сажать, да, чтобы покормить. И вот в данной ситуации я сейчас также нахожусь, что лучше, мне кажется, прикармливать все-таки лежа. Если ребенок не сел сам, да, не принял положение сидеть самостоятельно, значит, определенно определенные мышцы спины, да, да, разных отделов, скажем так, позвоночника, да, они не готовы еще к тому, чтобы ребеночек сел, да. Точно так же, такое же мое мнение по поводу ходунков, если мы уже забегаем наперед, да, стоит ли ставить в ходунки ребенка, наверное, нет, потому что также ребенок не готов для того, чтобы ходить, а показать ему в тот момент, как надо ходить, или как надо сидеть, или как открывать рот, я считаю, что это все-таки происходит на таком каком-то инстинктивном уровне, на уровне того, что, скажем так, и так в ребеночка подсознательно заложено то, что он должен сидеть, ходить, говорить, кушать, глотать, это точно так же, как и банально дышать, да, поэтому я своего ребенка не присаживаю и не присаживала Ярослава, и благополучно Ярослав сел самостоятельно в 6 месяцев, так и уверена, что вот за как раз-таки за эти полмесяца наша доченька также сядет. Но даже если ребеночек сядет самостоятельно в полгодика, в 6,5 месяцев, да, я абсолютно на этот счет расстраиваться не стану, да, потому что пусть все происходит все-таки естественным путем, да, нежели это будет в определенной степени каким-то насильственным путем сделано, да. Поэтому, пожалуйста, поделитесь все-таки своим мнением, что вы считаете на данный счет, потому что меня окружают мои подружки, которые вот-вот некоторые из них станут мамами, да, и, ну, скажем так, я думаю, что они также мне будут задавать такой вопрос: Света, что делать? Итак, мое мнение, что присаживать не стоит, всему свое время, но
По возможности оставьте комментарии все-таки, что вы считаете на данном вот, на данную тематику по данному вопросу. Итак, всем всего хорошего. Пусть ваши детки будут счастливыми, главное, здоровыми, развитыми, и пусть все в вашей семье будет очень-очень хорошо. Всем всего хорошего. Пока-пока.